Доброе утро, мои дорогие. Вот что значит, сын приехал, видите? Погром. Погром. Все на мусорку. Не все не выспались. Вот они. Повезли Олежку в больницу. Повезли консультироваться с этим собачьим укусом, ну и в магазин. У Кости такой подход: все ненужное на помойку. Да и не мыла я ее еще, все грязное в паутине. Вот все на помойку. Ну вот у нас вешается телефон, куплена машинка стиральная новая. Будем искать ей новое место из подвала, из этого. Так что движуха прям пошла. Но я, не спавшая, падаю с ног. Ой, Костя все намыл. Так, воду привезли. Сейчас. Вода теперь только улетает. Водичка едет. Так, машинка стиральная приехала. Нам ее вот сюда, вот в это помещение. Вот, Костя сказал, нечего делать ей в подвале. Надо ее просто поставить на ровное место. Сейчас он сделает, чтобы вода была. И все. Ой. Просто вот. Костя умеет. Он сам не сидит без дела. И никому не даст. А повыкидывал сколько? Ой, купил какую-то вон приставку. Теперь у меня тут все можно. Все можно смотреть, что угодно через интернет. Через спутник там как-то. Вот. Но осенью надо опять снимать, убирать в дом. Так-то он, когда каждый год приезжает, каждый год вешал тот большой телевизор, который был метровый. Ну, и это хорошо. Я такая уставшая, так хочу спать. Сашку уложила, ребята поехали в магазин. А мне еще нужно вон холодильник помыть. Притащили из дома. Витя приехал, притащили холодильник. Как сын приезжает, так все круто меняется. Вот такую вот штуку купил. 3800. Можно все смотреть. Без всякого этого триколора, ненужного абсолютно. Ой, как они мне нравятся. Почему-то люди говорят мрачные, не знаю, а мне прям посмотрите, они и вот такие темные совсем, и вот такие прям, какая красота, чудо прям. Мальчишки бассейн почистили, как смогли. Ну, Сашка не понимает, не нравится ему, он говорит, поехали на море. Смотрите, мои хорошие. Смотрите, гранатик. Вот он. Красавец. И вот еще. Сейчас зацветет.
Обычно очень много цветов, и он долго цветет. Сначала одни, потом другие. Так. Дождалась, ждала, 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 дождалась. И канны все никак-никак было. Вон пошли в рост прямо на глазах. Вот эти уже нужно обрезать. Уже завяли. Все зацвело. Что такое? Сегодня неполетный день. Разлетались, спать ребенку не дают. А? Что это такое? Надо вот кружит и кружит, кружит и кружит. Грохочет и грохочет. У Сашки и так такое тревожное состояние. Никак не хотел спать, укладываться, боится, что родители опять уедут. И тут еще вот, уже просыпался, рыдал тут, где мама, папа. Мама с папой в магазин уехали. Ой. Зайки мои, вы уж простите, мне сейчас особенно снимать некогда. Да и нечего, мы тут толчемся, суетимся, все как... В попу ужаленный. Ой, Константин Александрович, да, он такой. Он нам всем работу найдет. Ну, зато прям за полдня видно, конечно. И велосипед отремонтированный ребятам. И, в общем, все тут. Холодильник я помыла. Ну, я буду вам выкладывать, у меня там накопились несколько видео, в которых я что-то делаю. Вот. А так, если поедем куда чего-нибудь, я поснимаю, конечно. Да, и с комментариями проблема. Конечно. Ну, ладно. Может, они куда соберутся, поедут. Может быть, чего-нибудь. Вот это Сашу заберут. И у меня, может, будет время, я поотвечаю вам. Я про вас все время помню. Вы на меня не обижайтесь. Самое главное радует, что мы все вместе. Погода хорошая, не жара, а такая комфортная. Ой, да, не помню, говорила я вам или нет. Свозили Олега к врачу, сделали ему первую прививку. В общем, я уже даже не помню, говорила я, не говорила. Вот, в общем, будут делать прививки. Вот. Ну, они меня не слушались. Я им сказала, говорю, сейчас Костя приедет, и никуда вы не денетесь. Ну, так и получилось. Костя приехал, и все. И молчком поехал к врачу парень. А куда деваться? Против здорового дядьки не попрешь. Это тебе не с бабушкой спорить.